прошли ежегодные областные соревнования по военно-прикладным видам спорта «АЛАУ». Нынешнее первенство приурочено к 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Подробнее в нашем сюжете. 15 февраля нынешнего года исполнится 35 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Общественный фонд ветеранов и инвалидов афганской войны и локальных войн совместно с управлением образования региона провели первенство по военно-прикладным видам спорта среди всех областных школ для одаренных детей. Дети покажут свои умения на этапах по разборке и сборке автомата Калашникова, снаряжение и разряжение магазина, затем одевание общевойскового защитного комплекта, силовая подготовка, подтягивание и пулевая стрельба. Данные соревнования, как я уже сказал, проводятся не уже традиционно. Все участники с каждым годом показывают хорошие результаты. И здесь при подсчете уже, когда подводишь итоги, бывает, что выходит, что две команды имеют одинаковые баллы, очки. Но мы отдаем предпочтение техническому виду, это разборка-сборка автомата. Поэтому по времени смотрим, если, допустим, одна из команд, у нее результат лучше, поэтому эта команда уже получает выше балл. Соревнования проходили в стенах областной специализированной школы-лицей-интернат «Жас-Сарбас» имени Кабанбай Батыра. Побороться за призовые места приехало 10 команд, в каждом коллективе 5 участников. В прошлом году первое место завоевал коллектив из областного многопрофильного лицея-интернат для одаренных детей. В нынешнем первенстве все парни хотят превзойти их результаты. Я очень рад, что мне довелось попасть на такую дату, круглую 35 лет. И, ну, в принципе, очень хорошо, что поучаствовал. Мне понравилось больше всего, ну, именно в подтягиваниях. Я активно занимаюсь спортом, а тяжелее всего было, ну, в разряжении и заряжении в магазинах, потому что мы волновались насчет этого. У нас мало времени было, ну, меньше времени подготовиться было. Кроме 35-летия со дня вывода советских войск из Афганистана, турнир приурочен и к столетию Халык Каһарманы Рахымжана Кушкарбаева, героя, который вместе со своим сослуживцем водрузил красное знамя на стенах Рейхстага. По словам ветеранов, не забывать подобные даты – очень важная и ответственная задача для всех. Соревнования, которые сейчас проводятся в этом здании, колледже, проводятся для молодых ребят. Это их будущее. Они проводят подготовку по прикладному искусству, подтягивание, разборка автоматов. Это им сейчас главное в жизни пригодится, в армии, в службе, как говорится, в жизни вообще нужно будет им. Я служил в Афганистане 1985 по 87 год, был водителем на КАМАЗе, возил снаряды, продукты. По итогам областных соревнований будет сформирована команда лучших школьников по военно-прикладным видам спорта, которая представит наш регион на республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын». Ермек Сапаров, Евгений Олейник, Ертыс Ахпарат.